Всем салам, с вами группа Sons of Tartaria, меня зовут Ренат. Мы сегодня выступаем в The Bus на вечеринке Астана Рок-клуба. Все замечательно, мы выступали первыми, зажгли публику, все довольны, мы довольны, сидим, кушаем, отдыхаем, друзья. Всем хорошего вечера и настроения дня, ночи. Короче, всем привет и пока. Всем привет, это Мурат Жолдыбаев, группа «Пятый угол». Сегодня мы играем на 9-летие Астана Рок-клуба, поздравляем Астана Рок-клуб с праздником. Мы были еще в самом рождении Астана Рок-клуба и прожили все эти годы вместе. Сегодня мы выступаем в The Bus. Отличный клуб, отличное настроение у всех. В общем, всего хорошего, всем рок-н-ролла. Всем привет, меня зовут Вадим, я из группы Nutbreaker, город Омск, Сибирь. Сегодня мы лобали для вас чудесный рэп-кор, нью-метал, олдскульную мазафаку. Было мега круто. Спасибо Астана Рок-клуб за приглашение. Все было по кайфу. Привет, друзья. Я Вовка из группы Кукумбер. Сейчас играли на дни рождения Астана Рок-клуба. Ну, как всегда, прекрасно. В Астана Рок-клубе иначе не бывает. Офигенные люди, офигенные организаторы, офигенные музыканты сидят, тортик кушают. Все вот так вот здорово. Ну, конечно, выступать последними это немножко сложновато в том плане, что очень много эмоций уже намоталось на умы людей. Но мы постарались сегодня выявить те мысли, именно которые мы хотели принести. То есть мы не собираемся никогда развлекать людей, это факт. Мы не собираемся делать людей более счастливыми или более печальными. Мы всего лишь хотим вытащить те эмоции, которые у нас на душе. А, кстати, они являются ключиками иногда к душам других людей. Собственно, отыграли, хорошо. Астана Рок-клубу 9 лет. Да, хреново тьма лет. Нет, не хреново тьма. 10 лет впереди, еще очень много лет. Я думаю, что рок сдохнет, а Астана Рок-клуб будет жить дальше. Вот такие дела.